28 января 2024 год. Афоризм у меня на сегодня такой. Смерть – это когда пришел в себя, а там никого. Написал я 27 января 2024 года, то бишь вчера. Не хотел выкладывать этот афоризм, мрачноватый, но у нас собака померла, как оказалось, вчера. И как-то к месту пришлось. Начал смотреть, что у меня по поводу смерти, на сайт свой залез и прозрел. Я думал, у меня про жизнь много афоризмов. Нет, у меня про смерть много афоризмов. Сосед бегает с трусой, с каждым днем все быстрее, смерть уже едва настигает его. 2009 год написал. Я в затруднении. Отличных эпитафий много больше, чем мой лимит клинических смертей. Декабрь 2009 года. Смысл жизни — найти смысл смерти. 29 декабря 2009 год. Смерть очень тяжело переносится на ногах, намного легче перенести ее воздушно-капельным путем. Жизнь — страшно смертоносная штука. Основной жизненный показатель — смертность. Клиническая смерть — это тест-драйв загробной жизни. 9 сентября 2010 год я написал. По-моему, неплохо. Религия — лучший способ избавиться от страха смерти в пользу страха вечных мучений. 1 января 2012 год. Смерть жизни иногда лучше. 11 августа 2012 год. Удивительно, как скоро после слов «пока смерть не разлучит нас», ты готов ее предпочесть. 19 августа 2012 год. Это матримониально. Жизнь — лучшее время подумать о смерти. 12 год. Три неразрешимых вопроса стоят перед человеком. В чем смысл жизни, если жизнь после смерти? И кто голосовал за этих придурков? 27 августа 2012 года я написал. На третьей попытке суицида он настиг смерть. 6 октября 2012 год. Боюсь, до смерти я не доживу. 25 января 2013 год. 11 лет назад. Жив курилка. Эвтаназия — это когда разумная жизнь считает разумная смерть. 20 сентября 2013 год. Суицид — это когда боязнь смерти пасует перед боязнью жизни. 15 октября 2013 год. Охочет до чужого, рискует умереть не своей смертью. 20 марта 2014 год. Это 100%, блин, про аннексию Крыма. Да, референдум крымский, так называемый. Эвтаназия — использование посредника для встречи с Богом. Смерть неизбежна — это все, что нужно знать о жизни. 16 июня 2015. Для человека лишь две вещи необратимы: смерть и жизнь. 20 декабря 2017. Смерть пугает тем, что ее может и не быть. 7 июля 2019 год. Глупее, чем бояться смерти, только бояться жизни. 8 июля 2023 год. Смерть, когда пришел в себя, а там никого. Ну, это вчерашний сказал уже, да? На фортепиано играю только под страхом смертной казни или приводя в исполнение онную. Согласно большинству религий мира, первое, что нужно сделать, чтобы жить вечно, — помереть. Ну, не идиотизм. 21 января 2010 год. Опять к бессмертию помереть не успеваю. Ладушки, собаку жалко.